В региональном правительстве состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Совещание провел губернатор Алексей Русских. Глава региона высоко оценил работу трехсторонней комиссии и озвучил задачи, которые она решает. В ближайшее время мы создадим рабочую группу по разработке регионального соглашения о минимальной заработной плате. Я не раз говорил о том, что достойный и стабильный доход является одним из главных условий экономического и социального благополучия. Именно поэтому повышение зарплаты – это базовая программная задача моей деятельности на посту губернатора Ульяновской области. Эта задача приобретает новую важность сейчас в условиях мирового экономического кризиса. Участники заседания обсудили ситуацию на рынке труда и реализацию мероприятий по снижению напряженности в этой сфере. Ситуация на рынке труда продолжает оставаться стабильной. Уровень безработицы составляет 0,62%. На одного безработного приходится больше 8 вакансий. В регионе зарегистрировано 3800 безработных и более 30 тысяч свободных вакансий. В целом достаточно стабильно. Мы продолжаем мониторить предприятия, которые имеют риски высвобождения работников. В целом отрабатываем с каждым предприятием заключен индивидуальный план работы. И мы существенно, на наш взгляд, сдерживаем вот эту ситуацию. Чем отличается российский рынок труда, скажем, от зарубежных? И как реагируют зарубежные рынки труда на изменения в экономике? Зарубежные рынки труда моментально увольняют людей. В России ситуация совсем другая и другое законодательство. Все работодатели подходят к вопросу трудовых ресурсов с позиции социальной ответственности, пытаются всеми силами сохранить коллективы. Задача государства в том, чтобы поддержать сотрудников выплатами. Большое внимание в стране и в нашем регионе уделяют трудоустройству молодежи. Так, в Ульяновской области разработают долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Это огромная межведомственная программа, которая в первую очередь направлена на то, чтобы молодые люди, которые в регионе находятся, чувствовали себя максимально комфортно с точки зрения именно занятости и трудоустройства. Там огромный комплекс мер, что только может быть, причем исходили именно от запроса молодых людей с точки зрения того, что они хотели бы в ней видеть, чего им не хватает. В Ульяновской области также реализуется программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан. Это лица в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста, женщины, которые находятся в отпуске по уходе за ребенком до 3 лет, и женщины, которые никогда не работали, имеют детей дошкольного возраста, а также молодежь. На заседании также обсудили систему социального партнерства по защите социально-трудовых прав работников в условиях возросшего санкционного давления. Рассмотрели проекты законодательных и нормативных правовых актов Ульяновской области в сфере труда. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ол Правда ТВ.